Брак по расчету никогда не потеряет актуальности. Это готовится доказать зрителям Северодвинский театр драмы. Сейчас там готовят премьеру «Праздничный сон до обеда» по пьесе Островского «Женитьба Бальзаминова». Актеры обещают новый спектакль порадует зрителей не только актуальностью, но и остроумной иронией. К этому спектаклю актеры Северодвинского драматического театра готовятся уже третий месяц. До премьеры остается 10 дней, поэтому актеры ежедневно оттачивают диалоги. «Праздничный сон до обеда» по пьесе «Женитьба Бальзаминова» современных зрителей привлечет не только как сатира. В классической постановке они смогут прочесть новый смысл. Время, оно имеет свойство спиралью развиваться. И проходит очередной виток, и вдруг ситуация нынешняя, сегодняшняя, каким-то удивительным образом совпадает с тем далеким временем, в которое писал, творил Островский. Вот именно эта пьеса, говоря вроде бы о том времени, каким-то образом говорит о нашем. Несмотря на костюмы позапрошлого века, перед зрителями разыгрывается комедия о том, что волнует нынешних горожан. Ведь классический пример брака по расчету не редкости в современном обществе. Я всю жизнь рос в деревне, вот, и мне хотелось вырваться в город. А Бальзаминов, он хочет, ну, тоже в иное качество перейти, из бедного стать богатым. Ну, конечно, он хочет этого добиться, ничего не прилагая, в принципе, никаких усилий, чтобы этого достичь. Ну, а мне пришлось постараться. Вот. В пьесе примут участие порядка 20 актеров, в том числе и заслуженные артисты России. Сейчас завершается работа над постановкой спектакля. Работники сцены заняты финальными репетициями и последними приготовлениями. Премьера состоится 23 марта на большой сцене драмтеатра. Юлия Зайцева, Владимир Богомолов, «Вестник Северодвинска».